Здравствуйте, меня зовут Михаил, вы на канале «Стройгарант Анапа». Мы не каждый день показываем вам этапы строительства. Поэтому давайте сегодня немножко поговорим об этом. Сейчас мы находимся с вами в коттеджном поселке Морской. Это недалеко от Анапы, для тех, кто не знает, вот показываю по картам. Позади меня находится 90-й проект, одноэтажный дом, 5 соток земли. И итоговая стоимость в чистовой отделке будет 9,5 миллионов рублей. То бишь это уже будет забор, ворота, немного насыпи. То есть дом будет полностью готовый, в чистовой отделке, с ремонтом, со всеми коммуникациями. Также хочу подметить, что в Морском есть индивидуальный газ и, соответственно, остальные коммуникации. Также у вас есть возможность немножечко внести изменения в проект, например, остеклить террасу, либо же добавить квадратуру. Но это уже уточняете у менеджеров. Что же там еще интересного? Пойдемте покажу. Итак, облицовка у нас кирпич, внутри газоблок. Все это будут делать отеплителем, пятым отеплителем, каменная вата. И терраса, про которую я вам говорил. Ее можно остеклить, можно сделать навес, ну, а можно вообще оставить так, как есть. А также есть еще подвал. Прикладываю вам планировку для вашего понимания и ориентации комнат. Наши планировщики делают таким образом, чтобы из центрального коридора, когда вы попадаете в дом, вы можете попасть в любую из комнат. Это очень удобно и нет проходящих комнат. Также по планировке подмечу, что наши планировщики расставляют визуально сразу мебель, и под них выводятся розетки там, под кухонный гарнитур, под кондиционер и так далее. То есть вам уже не нужно ломать голову, где же вы расставите свою мебель. Это уже сделано за вас, и причем очень удобно, проверено годами. Если вдруг по каким-либо причинам вас не устроил этот проект, или же не нравится расположение, может быть, не устроила цена, не спешите, пожалуйста, уходить. Ведь у нас есть еще другие проекты. Например, недалеко от коттеджного поселка Морской располагается жилой комплекс «Жемчужина». Смотрите видеоролики на канале. Также, если вы смотрите этот ролик в августе, сейчас июль, то у вас еще есть время воспользоваться нашей акцией этого лета. Какой, также смотрите на канале, либо звоните на горячую линию менеджеру. Спасибо вам, что досмотрели ролик до конца. У вас остались вопросы? Обязательно пишите в комментарии под этим видео, либо же звоните на горячую линию. С вами был Михаил. Спасибо, до скорого.